Варя, ну ты сегодня молодец, сколько парней-то уложила. Ты давно тренируешься? А сколько тренируешься? Сколько ходишь? Сколько? Сколько тебе лет? Пять лет. Друзья, вы находитесь на канале «Спортивный дед». Я давно хотел сделать это видео. Хочу снять мальчишек, которые занимаются дзюдо. Вот сегодня я это делаю. Твердых духом. Боевое искусство, родившееся в Японии, но ставшее мировым достоянием. В дополнение к функции дзюдо как системы атлетики, дзюдо следует рассматривать также и в качестве средства умственной и нравственной тренировки. Гармоничное развитие личности – основа философии дзюдо. На путь мягкости может ступить каждый, ибо путь этот бесконечен. Победитель не тот, кто никогда не проигрывает. Победитель тот, кто не боится проиграть. Можно уступить в схватке, но превзойти в силе духа и воли. Умей соотносить свои возможности с возможностями противника. Завладевай инициативой. Обдумывай тщательно, а действуй решительно. Даже если вы не занимаетесь дзюдо профессионально, даже если вы просто занимаетесь дзюдо с целью самосовершенствования, вы должны постоянно думать о том, какое влияние оказывают ваши поступки на положение дел в обществе. Тот, кто будет изучать дзюдо у хорошего учителя, будет ценить свою родину. Здесь не только занимаются мальчишки, но и девчонки. Смотрите. Такое поколение растет. Вот такое поколение нужно передавать в будущее. Любить ее дела и вещи, возвышать свой дух и сможет воспитать в себе мужественный, деятельный характер. Всегда. Тот, кто выбрал мягкий путь, никогда его не покинет. Традиции и преемственность. Пример для молодежи. Тренировки в любом возрасте. Принцип максимально эффективного использования тела и духа является основополагающим принципом, который направляет всю технику дзюдо. Однако в нем заключено нечто большее. Большие турниры – стимул для самосовершенствования. Ветеран – это только слово. Спорт – это смысл жизни. Дзюдо – вне времени и возрастных рамок. Путь, который может пройти каждый – верить в себя и никогда не сдаваться.
Дзюдо расширяет границы для людей с ограниченными возможностями. Ты что плачешь? Палец ударила? А что? Нос ударила? Вот глядя на таких мальчишек и девчонок, я думаю, что в России есть будущее. Смотрите, из них хоть кто-то, ну, станет чемпионом и будет прославлять нашу Россию. Одержав победу, не заносись. Потерпев поражение, не сгибайся. Благоденствуя, не теряй бдительности. Подавок руки поставите и ходите. И подавок ногами куда-то вешите. Как вы делаете? Руки работают. Руки. Видите? Болтаем. Туда-туда. Бросил руку. Покажу. Назад. Что он будет делать? Сопротивляться. Значит, потом разу вперед. Валяй головой. Думайте, соображайте. Попав в опасное положение, не пугайся и иди вперед. Избранным путем. Цель зависит от соперника. Индивидуально каждый должен выполнить правильное упражнение и дисциплина в команде. Выполняем упражнение, возвращаемся. Мы с этой стороны, с правой стороны. Первым показываем, первое задание. Пробуем. Ставим его.
Варя, ну ты сегодня молодец, сколько парней-то уложила. Ты давно тренируешься? А сколько тренируешься? Сколько ходишь? Сколько? Сколько тебе лет? 5 лет. Ну что, себе, молодец какая, всех там уделала. Сколько она ходит по времени? Сколько ходит она по времени? Сколько? По времени сколько ходит сюда? Она уже ходит с сентября. С сентября? Ну ты какая молодец. С сентября это все, что 2 месяца ходишь, да? Молодец какая. Многие меня спрашивали, куда можно отдать свою дочку или сына от 5 лет. Вот эта группа от 5 лет. Представляете, какие малыши. За ними будущее. Будущие чемпионы. Такое поколение мне нравится. Я вижу такое. Такое воспитание спортивное. Так что родителям, бабушкам, дедушкам, приводите детей в спортивные секции. Ну хотя бы изначально пацанов обязательно какие-то силовые или боевые. Они потом разберутся, надо им или это не надо. Но в жизни, я думаю, пацанам обязательно пригодится. Так что воспитывайте спортивное поколение сильных людей, сильных духом. Не обязательно тело. Главное, должны быть сильный дух. Анатолий Ильич, а у вас тут занимаются не только малыши, да? А еще какие группы? Возрастные. Учебно-тренировочная группа. Ну, сколько лет? По 5, по 6 лет, по 7 лет. До 10 лет, после 10 лет, до 15, до 17, до 18 лет, 21. А взрослая вообще категория уже взрослые такие? Тоже. Да, и даже начинающие взрослые есть? Или уже продвинутые и только? Не удерживают начинающие, но есть некоторые, приходят, да. Все понятно. Пытаются. А где вы находитесь? Адрес скажите. Павлова 54. Павлова 54, как называется? Это дюжи, да? Раздюшон. Все понятно, спасибо большое. Пожалуйста, приходите еще. Вот видите, приходите на тренировки, даже возрастная категория есть. Можете попробовать себя в качестве дзюдоиста. Здесь дзюдо и самбо. Вопрос хочу задать другому тренеру этого зала, Александру Сергеевичу. А скажите, слышал, что вы даже выезжаете на международные какие-то соревнования, да? Ну, у нас есть очень сильные ребята, которые с этого года у нас выставили на первенство России, две девочки. Ёлкина Наталья, категория до 52 килограмм, и Ковшова Татьяна, категория до 40 килограмм, которые меньше месяца назад стали призерками страны в городе Оренбурге. И вот только сегодня мы приехали с международного турнира в Тюмени, где участвовало 16 стран, новый поток, называется, по 2002 году рождения, где Таня стала третья, а Наталья стала второй. В финале проиграла француженки. Было 37 человек в весе, так что была очень серьезная конкуренция. Серьезно. И плюс у нас есть еще сильные ребята. Сейчас я хочу отметить Клима Василия, наверное, мастера спорта, победителя первенства юности России, город Дмитров. Вот. И он только тоже сейчас участвовал на первенстве России в Ижевске, по юниорам уже, по поле старшим. Ну, 4 круга отборолся. Очень сильный вес был, ну, неплохо себя проявил. Будем надеяться, что он еще добьется больших успехов. Так что, друзья, смотрите, Павлова 54. Приходите сюда, записывайте детей. Если кто хочет попробовать сам, взрослый, сами попробуйте.